Валюша, вставай, доброе утро, милый, в школу пора. Давай одевайся и быстро завтракать, потом в школу. Валька, вставай. Онлайн, блядь, устраивал трансляцию, пока я сплю. Я на это разрешение давал. Проблем, ты их сейчас получаешь. Ты чё, бесом? Свяжи меня, пожалуйста, с Михаилом. Беса гонишь. С моим адвокатом. Беса гонишь. Я просто вот это сейчас все зафиксирую. То, что ты разъебал, то, что ты сломал. Не пизди, это все ты сделал. Да, конечно, конечно. Видео покажу. Давай. Свяжи меня с адвокатом, я просто докажу, что ты поставил видеосъемку круглосуточную за мной. Это нарушение свобод и прав человека. Я думаю, что я с полицией найду общий язык. Да ладно тебе, бабуль. Все. Хороший друг, который меня называет бабулей, блядь, нарушил пространство человека. Ебать, я что, тебе черная дыра, что ли, пространство нарушать? Да пошел ты нахуй, блядь. Пространство тут нарушать, блядь. Блять, утро доброе не бывает, как говорится. Нахуй ебался отсюда. Чего? Ничего. Да что я сделал-то? Еще раз повторяю, выебись отсюда. Она крутая ситуация. Блять, а чего? Ничего. Я ж дистанцию держу. Я же привитый. Аркадий, твой последний стрим. Я сдохну завтра? Нет. Просто меня больше не будет. А чего мой последний стрим тогда? Твой последний стрим со мной. Все. Так ты уточняй, я уже испугался. Спрашивают, зачем в доме столько комнат?
ты такая взялась? Нет, я не люблю хитрить. Но если нас хотят обмануть, положение развязывает нам руки. Где это мы оказались? Ну, мышцы сокращаются. Значит, мы уже у него внутри. Похоже на один из желудочков. Что за глупое место? Да ведь это же просто чучело. Значит, все пока не по-настоящему? Вроде еще не началось. Мне все равно, из чего он сделал. Мне уже совершенно ясно, что-то нарушено. Придется произвести с ним секцию трансверсалис. Надрежу стенку, иначе отсюда не выбраться. Что тут еще можно сделать? Я знаю, что делать. Перехитрят того, кто будет поступать прямо или мыслить логически. Только чудом получится выбраться отсюда и притом ничего не испортить. Но я же умею творить чудеса. Развяжите мне руки. Помолчи, сделай милость. Ты воровка и лгунья. Как тебе верить, если ты сам о себе врешь? А мой кумир — истина. Что бы ни случилось, но правду я выясню и поступлю по справедливости. Оперировать буду я. Медикум морба от хиби. Покушать бы приготовить, сука, нихуёво. Серьезно говорю. Ой, какая душистая. Вы посмотрите вот на себя. На себя, гундосиков, посмотрите. Тише, нахуй. Блять. Сейчас на еду набросится, сука. Нахуй я их выпустил. Сейчас кормлю. Блять, одна пачка всего осталась.